Ребят, всем привет! Вы на канале Видео Baby Life. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моем новом видео. Я сейчас в такой новой притче. В общем, меня подстригли. Я говорю в нос, но хотел бы еще вам сказать одну очень важную вещь. Я заболел. Приболел, и мне достаточно очень плохо. Уже несколько дней болею. Вчера не выпускал видео для вас, потому что не мог. Реально плохо, нос забит. Кашель, температура. Ну, сейчас температуры нет, уже второй день. Но была сначала температура. Я сдал анализы. Пошел, сейчас буду вот снова. Скоро зазвонить уже. Должны быть результаты. Возможно, это корона. Может быть, омикрон, потому что непонятно. Уже разговаривал с Леной в Ready на Life. Лена говорит, что, возможно, это омикрон, потому что она тяжело переболела. Со многими людьми уже там созванивался, спрашивал, то есть подозрение на омикрон, но все равно думаю, возможно, и корона. Хотя все может быть. В общем, ситуация такая, поболели все, я был в шоке, что приехала Лерка, вернулась домой с Наташей. Я не знал, они мне вообще ничего не говорили. Но думаю, что они скоро уедут, потому что Лера тоже заболела, Наташа тоже вроде заболела. В общем, короче, все поболели конкретно. Вообще сижу дома, никуда не выхожу. Хотя надо было в магазин сходить что-то купить. А купить-то некому. Что же я тут один сижу, бедолага. Короче, никто мне не готовит. Ничего, таблетки не приносит. Ты вообще уже, я ты отвечаю. А что, я правду говорю? Да ладно, я Я шучу. заболела ради таких разговоров. Да ладно, я шучу, что-то это. Ребята, тут человек сидит просто возле меня и не выдерживает то, что я говорю. В общем, все вы поняли, кто тут находится рядом. Кто, как тебя зовут? Беременяшка. А, ее зовут Беременяшка, короче. Сколько тебе лет? 25. Ей 25 лет. Так что ты тоже заболела? Вообще-то уже все знают о том, что мне 25. Я тоже заболела. Ребята, она тоже заболела. Приехала и заболела. Приехала здоровая лечить Женю. Заботиться, готовить, убирать, стирать. По итогу поготовила, постирала, поубирала и проснулась больная. Температурой, соплями, с горлом. Пока еще не кашляю. Ну Осталось еще покашлять и почихать, как Женя. тебе надо же в больницу еще. Скорее всего, тебе же нельзя болеть. Ты знаешь это? И мой лечащий врач сказал мне, что вне зависимости от того, в каком я городе, нужно все равно идти в больницу. Если у меня температура будет больше, чем 2 дня, надо ложиться в стационар. Весело. Охренеть. Ну а что, я же не могла тебя бросить больного, правильно? Я знала, что я заболею. Это было логично в одной квартире. Ты больной. Все заболели. Да вообще все тупо поболели. Все, кто мог, все заболели. Но надо же всем переболеть, правильно? Как это так? Ты Так у тебя ж болеешь? прививки. У тебя А ж две может, это не прививки. корона? Может, это просто какой-то грипп? Омикрон. Грипп или вирус? Но результаты придут через час, мы узнаем, что это такое. Но я думаю, что это просто грипп. Или вирус какой-то. Но я не думаю, что это корона. Потому что если бы это была корона, то ты бы кашлял постоянно, а не чихал. Вчера или позавчера ты, я даже не знаю, я сбилась со счета, сколько ты чихал. Чихаешь, чихаешь, чихаешь. Я не думала, что люди вообще могут так чихать. Да, Много. и насморк. Ребят, может кто-то болел, пишите мне, пожалуйста, в Инстаграм, либо, кстати, еще не забудьте подписаться на группу в Телеграме, которая вот здесь вот есть внизу в описании под видео. Вы можете открыть описание под видео и подписаться. Я там для вас публикую кадры с войны, которые сейчас происходят у нас в стране. Кто-то, вон, наверное, еще что-то прислали. У нас все продолжается. Русские солдаты бомбят, идут вперед, мародерствуют, ужас, убивают людей, короче.
Я уже устал об этом говорить, потому что уже и так много, уже всем все понятно. Слава богу, все здравые, здоровые. 6 тысяч людей, чуть больше 6 тысяч людей уже в группе, в Телеграме. Это все те, которые понимают реалии, что происходит. Люди, которые реально уже сомневаются в этом Мордоре, в котором они находились. Спасибо всем, ребят. Я стараюсь для вас и стараюсь показать вам все, что происходит в моей стране. Именно в моей стране, где нахожусь я. Жаль, не могу сейчас выходить, потому что очень плохо. Фух. Я буду выходить. Так куда же ты будешь выходить? Тебе нельзя выходить. Ты болеешь точно так же. Я ради тебя могу все и ходить, и не ходить. Да ты что? Вообще-то да. Ничего себе. Вот это заявочки. Я тебе по шоколадке ходила. Так как тебя зовут? Ника. Только не Вика, а Ника. Всем приходится говорить полностью именно Вероника, потому что все думают Вика, когда я говорю Ника. Но теперь хотя бы не будут говорить девчонка. Что там, что там твоя девчонка? Теперь хотя бы будут говорить, что там твоя Ника. Фу, ребята, так хреново, жесть. Такие комментарии пишите, блин, читал, ужас там просто. Пришлось закрыть даже. Ребята, комменты по поводу... Ты объясни, почему ты закрыл комментарии, это многих людей волнует. А, на ютубе, на последний ролик я закрыл, потому что там такая война идет между украинским народом и русским народом. Друг друга начинают спорить, обвинять, потом меня начинают оскорблять. Что я вот такой вот пропагандист. Ну, это еще поначалу люди так думали. Ну, не знаю, может, сейчас еще дальше думают все-таки. Хотя уже правда вся открывается. Ребят пишут много гадостей по поводу бородатого Дона этого, блин, вашего. Тот, который там запугивает всю страну. И то я вам скажу, что у нас уже от маленького ребенка до ботана на бородатого Дона уже, я не знаю, грех не сказать какую-то глупость. Так что я понимаю, что там большинство сейчас в шоке, как это мы его не боимся, украинский народ не боится бородатого Дона, который там носит Прада, да, блин, женские ботинки. Писали мне, как ты можешь, там, блин, ты там, то, что я сказал, что Дон бородатый, блин, Кадыров обманул с тем, что убили его главного там какого-то генерала. Он сказал, что это неправда, и звонил. С ним общался, я сказал, что это неправда. Все, мне там как начали писать, ну, зомбированные, блин, дети. Я не знаю, кто там мне еще начал писать, что все, там, Рамзан тебя найдет, он идет за тобой. Все, пипец, короче, против Рамзана, на Рамзана нельзя так говорить. Ребят, нельзя говорить не в свободной стране, в стране рабов. Иначе никак. Ну, мы не рабы, мы свободный народ. Мне вообще насрать, честно, и до задницы. Об этом, блин, бородатом мужике, честно. Я вообще плевал и не боюсь вообще на всю вот эту вот, блин, вашу пропаганду. Его тут каждый ребенок ждет, наверное, в своем доме. Бородатого Дона, блин. Так что не бойтесь, наш народ уже показал, что такое мы, кто такие мы, украинцы. Мы никого никогда не боялись. Мы... Как мы своего президента? Как мы к нему относимся? Как мы к нему вообще относимся? Как к другу. Можем у нас хорошо, потому что мы можем свое мнение высказывать. Вот да. Какое оно есть. Вот нравится, не нравится, мы можем сказать, что нам нравится, что нам не нравится. Да, нам вообще пофигу. А там выйди с просто белым плакатом, на котором ничего не написано. Тебя сразу забирают. Вообще. Тебя забирают сразу. Еще и бьют, наверное, же, блин. Так, ну ты представляешь, все думали, что это какой-то прикол. Это по-настоящему это правда, стоит. Да. Девочка держит пустой плакат, ее задерживают за пустой плакат. Но это только там могло да. Такое быть. Я даже ребят, не знала. Не бойтесь, не бойтесь. Посмотрите по нашему народу, посмотрите по всему демократическому миру, что происходит. Не бойтесь никогда, блин, ничего. Самая первая молодец это, блин, Марина или как ее, Овсянникова, блин, работница Первого канала. Россия, вы представляете, она выбежала в эфир с плакатом «Нет войне, это все пропаганда». Не верьте, не верьте новостям. И она выпустила видео, ее задержали, да, она выпустила видео,
что она все эти годы работала на телеканале Первом, и я знаю, что вы уже видели, скорее всего, это видео, возможно, от вас это уже не смогли скрыть, то, что она призналась, что все это время она зомбировала русский народ, она извинялась, просила прощения просто, что она так поступала, ну и сейчас ее как-то совесть одолела, уже трое работников телеканала, в НТВ тоже уехали за границу и сообщили это только уже за границей, потому что боялись, что их не отпустят. То есть люди уже начинают понимать, что будет дальше. О войне мне уже, ну, блин, уже неинтересно вам рассказывать что-то. Вы и так все понимаете, что здесь происходит в нашей стране. Вы все смотрите украинских Ты уже видеоблогеров. все, что мог, все рассказал Я уже уже. все рассказал, четкую позицию. Я сделал свою по отношению войны, а по отношению, блин, к Путину. Я сразу сказал, в первый день войны вы все понимали. Так что это не надуманная речь, это мое именно мнение. Здесь вам каждый об этом скажет в нашей стране. Приезжайте, не верите, приезжайте к нам в гости, мы вас встретим и проведем на самые фронтовые полосы нашей страны, где вы можете сами увидеть и ощутить взрывы ракет, осколки, оторванные головы, руки и ноги. Роддома, драмтеатры. Да, так что вы можете сами посмотреть, приезжайте, честно, могу заселить именно к себе. Не мужчин, потому что мужчин сразу застрелят здесь, только русский человек с русским паспортом его просто убьют. Женщин с Женщин, девушками. дети, приезжайте, ну не сильно маленькие дети, потому что здесь очень опасно. Приезжайте, можем в одну комнату заселить, я говорю на полном серьезе, никто вас не обманывает, приезжайте сюда. Мы вас заселим чисто в мою сюда вот в квартиру, будет Комната пустует комната давно. пустая. Можете, я не знаю, человек, ну я не знаю сколько туда, ну человек 7 хотя бы. Даже здесь можно расселить. Это просто вот русский народ, чтобы посмотрел. Я договорюсь, чтобы вас отправили, подвезли куда возможно границам фронта. Если это будет возможно, вы сами все увидите, увидите убитых детей. Убитых людей, вы сами все поймете. Так что приезжайте, я не отказываюсь. Я вам серьезно говорю, у вас есть куда ехать, город Смело. Как он. Охотиться на Степана Бандеру. Да. Степан Бандера там в гробу перевернувся. Ребята, официальное заявление Кадырова было, Рамзана Кадырова, о том, что самая главная миссия вообще России и Чечни, о том, что цель кадыровцев – это найти и обезвредить Степана Бандеру, чтобы вы понимали. И за его голову назначил 250 тысяч долларов. Кто, блин, найдет Степана Бандеру и уничтожит? Вы Хороший. можете это перепроверить. Это можете сами перепроверить, чтобы не слушать меня, как там скажете, что я еще какую-то дезинформацию вам в уши лью. Нет. Ну, чтобы вы понимали, Степан Бандера, он умер в 1950 году. В 59 году, в 1959 году, блин. Вы можете перепроверить все вот эти информации. Короче, 250 000 никто не получит. Очень Да, жаль. так что он мертв, так что, а вам льют и думают, что вы насколько глупый, дебильный русский народ, что вы не сможете это перепроверить. Ребята, перепроверяйте всю информацию. Вас реально просто, ну, вас реально обманывают, блин. Будьте внимательны. Жесткая пыль в глаза, прям конкретная. Это вообще пипец, блин. Охотятся на Степана Бандеру. Как А ты можно охотиться на хочешь... того, который в 59 году вообще был убит? Его убили в Мюнхене, там убили. А ну, пора перепроверь на телефоне, посмотри сейчас. В каком году его убили? В каком году или нет? Да. Не, в Мюнхене знаю, вот точно. Его в подъезде дома застрелили. Застрелил Да? русский КГБист, по-моему, да. Которого поймали, он признался, прикинь, и посадили его. И потом его жизнь неизвестна. Сейчас. Ребята, это еще... Он умер в 1959 году. Какого числа? 15-го какого? 15 октября. Степан Бандера, чтобы вы понимали. 1959 год. А ну покажи, чипи этот. Где он? А, вот и Вот. написано, ребят, чтобы вы понимали. 1959. А сейчас? А сейчас 2022 год. Да? Ну да. Жесть, ну как так можно? Вообще пипец. Агент КГБ Его убил, да? Старшинский Ну, убил увидишь. Бандеру. А да, в подъезде, собственно, дома по адресу Живот покажешь? Покажи им живот, они не верят. живот. Да, ребят, тем, кто не верит, что здесь есть живот.
Это лежа. Видно? Ну да, потому что вопросы сейчас будут задавать, а что там о ребенке? А с 21 числа, с 21 по 1 я буду ехать на УЗИ, смотреть, кто тут у нас, мальчик или девочка. А то мы уже Жене хотим очень имя уже выбирать. Так не знаем, кому выбирать, девочке или мальчику. Да, ну такой живот, ты прикинь, ты лежишь и уже какой этот. Жесть. Так это только 18-я неделя. Это Это уже еще... 18-е, да? Да. Пипец. Ну, нормально. Да? Мой арбузик. Так что уже совсем скоро мы будем знать, кто у нас будет, мальчик или девочка. Но Женя очень хочет девочку. Из-за того, что Женя очень хочет девочку, я тоже хочу девочку. А вообще я всегда хотела мальчика. У тебя, смотри, мокрая. Это от рук? Да. А у тебя же тоже, как у Лерки. Ребят, у нее точно так же гиперхидроз. У нее мокрые руки, У меня прикиньте. постоянно мокрые руки и мокрые ноги. Ну, как у Леры. У нее все, как у Лерки. Я не могу летом ходить Ё-моё. в тапочках или в туфельках. Мне приходится постоянно ходить Точно так же. в И кроссовках. так и в школе ты училась? В кроссовках на носок. И даже дома летом я не могу уходить без носков. Мне постоянно приходится ходить в носках, спать в носках, ходить в А в носках школе еще. у тебя были эти тоже мокрые тетради? В школе я всегда ложила тетрадку. На тетрадку я ложила листок и Писала. руку ставила на этот листок. Потому что если писать без листочка, тетрадка будет мокрая полностью. Ты гипергидроз, знаешь, у многих такое Но оно есть. не лечится. Но могут колоть какие-то уколы, на действует где-то там на полгода, по идее. Но не у всех. Вообще это не лечится. Ну, можно там как-то какими-то уколами, но они, во-первых, дорогие, во-вторых, не факт, что оно поможет, а в-третьих, это все ненадолго. А ты представляешь, колоть каждые полгода, так оно... Ты узнавал, ты когда-то с Лерой ездил за уколы или нет? Да, там на полгода колоть. А сколько стоит? 8000 гривен. 8 тысяч гривен, ну я так и думала. Руки колешь. Так это только в руки. Болезненная процедура. А у нее же еще и Ноги. ноги мокрые тоже. У нее только руки или ноги тоже? Ноги тоже. Вот это и все тебе. Ты ж Она вот тоже ты в ж... кроссовках ходит Да, постоянно? она не может одеть. Тапочки, она в тапочках не ходит так? Ходит дома, но типа там определенные Ну она хоть тапочки. спит без носков, ей хоть так Да, она повезло. спит без А я носков. если буду спать без носков, вся постель будет мокрая. Да? Поэтому мне приходится постоянно тусоваться в носочках. Ну что ж. А Женя накупил кучу таблеток себе, лекарств. И через часик, может даже меньше, мы уже узнаем, чем Женя и все остальные заболели. Это ж получается, если ты заболел, то это ж то же самое у Леры и у Наташи, да? Прикольно. А что прикольного? Ничего, что мы просто поумнели с тобой в холосту. Ого, ты уже по-украински говоришь, блядь. А чё ты так переключаешься? Ты можешь и так, да, говорить похеру? Я тоже могу балакать. Что такое? Что такое? Живот? резко в школе. Да не гони, да не пугай так. Представляешь, что ребенок будет такой, как ты, что нормальные дети вылазят головой, а ты и дитина наша буде вилазити ногами. Та батя ноги за ногу, і дитина наша буде тягнути за Та ногу. ну не гони, блядь. Так ні, якщо ти кажеш, що тебе тягнули за ноги, виходить, що ти неправильно лежав взагалі. Тебе точно за ноги Да, тягнули? меня у моей матери, когда Значить, ти были роды, неправильно меня лежав. вытягивали и поломали мне ногу левую. Я даже не знаю, як надо було тебе так тягнути. Меня тупо вытянули, блин, с ее пиписьки, блин, и выломали мне ногу, прикинь. И я в корсете был саморожденный. Только новорожденный мне сразу, блин, как... Женечка, ти бачиш, у тебе з рождения ти був проблемний. Ти родився, не вспів, а у тебе вже були проблеми. Уже. Ти розумієш?
Пипец. Я не знаю, как так можно, это только у тебя, так прикинь. Я вообще первый раз слышу, что ребенок что-то ломает, когда только Прикинь, рождается. только вытянули с ее этой. Если бы не ее вот это, то тогда бы такого звездного не было бы даже. Понимаешь, что? Да ты представь, блин, тупо ногу сломать. Ай, там руки холодные. Прикинь, ногу сломать. Акушеры вытягивал меня врач и сломал мне ногу. Как я инвалидом не остался, все думали, что я не буду ходить, а я еще хожу и бегаю, в баскетбол играл. Видишь, Аня, как тебе везет постоянно. Ты не особо сказал бы, что мне везет. Постоянно тебе везет, постоянно. Со спиной повезло тебе, с мотоцикла упал, повезло тебе, что не голову, шею, ногу сломала, только палец. Женя, тебе везет пожизненно. Мне ехали везет. С тобой на машине, чуть не убились, повезло. Мне везет. Николай, мне везет. Руки убрала. Потому что сейчас как дрыснул. Мне везе инколи. Инколи везе. Мне инколи везе. Везе инколи. Ну, не общайся инколи везе. Так. Что такое, бля? Я хочу, так и балакаю, чуешь? Тебе не йде. Что, а тебе йде? Ты что думаешь, что ты только можешь балакать на украинской мове? Тебе не красиво. Мне красиво. Я могу дуже добре казати. Коли ти побриєшся, ти, блин, як зачуханий якийсь, я не знаю. А яка тобі різниця, коли я побриюся? Я дівчина твоя, ніфіга собі. Ну і що, то я маю бути з бородою ходити. А коли ти мені сказав перекрасити волосся і обрізати, я лично стала в ту ж минуту відрізала собі хвост. Бачиш, воно Дон-Дон ходить з такою, ну, бородою у Росії там. І теж таку бороду відпущу. Дуже гордо болить, я теж не думаю. Тебе теж не думаю. А в тебе ж була якась пшикачка. Пшикачка? Ну, пшикачка там от лежить, пшикачка. Жан, взагалі не смігла. Ну, чого ти такий злий? Я не злий, та ти злая. Да, я тобі не допомагаю, не забочусь про тебе, не люблю да, тебе. Да. І нічого не діляю да, для тебе. Да, я сам все ділаю. Все ділаю сам. То значить, я уїду сьогодні, ділаю все сам далі. Раз ты все сам делаешь... То я тебя в квадвале закрою, делаешь. Никуда ты не уедешь. Я и так никуда не уеду, в автобусе нема, на золотую ношу. Ха-ха-ха-ха-ха. Я не знаю, как я буду ехать. А ты что, домой уже собралась? Что? Ты что, домой собралась? Нет, не собралась. А что ты говоришь, что уезжать будешь? Ну вообще, когда же я буду туда ехать? Мне надо будет ехать на УЗИ. Ну да. Алло, Юлия Ивановна, здравствуйте, это Павлюченко, вы мне говорили перезвонить. Да, я до вас звоню, вы дали какой-то номер. А, тоже не, тот не действительный номер. А, поняла, я уже не позитивный у вас, ковид выявленный. Ё-моё, пипец. Ну, это ничего страшного, зараз омикрон и изоляция занимает 5 дней, протекает как обычное ГРВИ, так само изоляция, как при обычном ГРВИ. І не дає наслідки ні на серцеву судину, ні на загущення крові. Так що за це не хвилюйтеся. Це просто, що вас можна рахувати як ГРВІ. Омікрон – це також вірусне захворювання верхніх дихальних шляхів. Скажіть, пожалуйста, у мене ще... У мене заболіла, виходить, ще дівчинка, вона у мене беременна на 4-му місяці. Я от ще не знаю, що робити. Противірусно їй не можна. Ви даєте їй лише вітаміни, ті, що самі приймаєте, і нурофен. Німісів їй не можна, їй нурофен. Ага, а скільки... Таблетки тричі на добу нурофен. Нурофен три, ой, три на добу по одній таблетці, так? Да? Правильно? А парацетамол? А парацетамол не можна їй? Можна парацетамол? Можна, він також дозволить. Можеш парацетамол, це кошмар. Вона ко мені приїхала і забула. Якщо кашляє, то приймає мукалтин. Поняла. Лібасептофріл. Все, хорошо, спасибо вам большое. А потом к вам, да, записаться, или как прийти, когда я вылечусь, или... Якщо вам треба буде довідка, ви приходите, що ви переходите. Ні-ні-ні, довідка не треба. Довідка не треба, то можете не приходити, якщо дуже. Ну, состояние такое ужасное вообще до сих пор. Вроде температури нет, вот такое прям никакое, ужас. Ну, деякий час треба, щоб пройшов, пийте достатньо рідини, 2 літри мінімум на день. Поняв. Все, спасибо вам большое. Спасибо большое, до свидания, Юлия Ивановна. Побачимо. Видишь. Блин. Я тебе говорила, воду пей, надо пить. Тебе витамины пить. Надо сейчас. Пить, молодой. Что она, ты запомнила, что она сказала? Нурофен, да? Пиздец, я в шоке.
Тебе Нурофен надо, не матерись. Вот так вот, ребята. Короче, у меня ковид, блин. Все, у меня коронавирус, блин. Жесть. Вот так. Я ж тебе говорил, что у меня ковид, блин. Я как чувствовал.